Как я люблю консервы. С того момента, когда я еще жил в общежитии, у меня был друг, сын военного. У военных всегда сухие пайки с кучей консервов. Мы приезжали в общежитие каждую неделю, и он привозил всегда с собой много разных консервов. Так вот, в среде у нас заканчивались деньги. И что мы делали? Мы начинали есть консервы. Я умею из консервов готовить, мне кажется, все. А сейчас будем делать рыбный паштет. И сначала хорошенько разминаем рыбу. Возьму немножко сюда, добавлю майонеза, у тебя получится все проще. Давай. Дальше возьмем лист салата, несколько. Смоем, мелко нарубим. Дальше добавляем салат. Теперь берем имбирь, натираем его на мелкой терке. Туда же кидаем зеленый лук и выжимаем немного лимонного сока. Все. Делаем итальянские брускетты. Для этого нарезаем багет и подсушиваем хлеб в тостере. Ну что, держи ложку, попробуй. Саш, ты знаешь, вот в жизни не скажешь, что это приготовлено все просто из обычных консерв, да? Это мне комплименты, мне. Это еще не все. Сейчас попробуешь это с хрустящим хлебушком и сойдешь с ума. Горячо, держи. Проблему рыбных консервов я решил. Красота.